Доброе утро. Жарим с Нулькой. Сэндвичи готовим. Девочки мне написали совет. Я до этого тоже видела в интернете. В бумаге для выпекания. Очень удобно. Остается сэндвич чисто-чистое. Супер. Сейчас покажу, открою. Вуаля. Открываем. Смотрите. И поджаривается все, зарумянивается. Я тоже думаю, в бумаге не будет зарумяниваться. Но все зарумянивается. Супер. Всем приятного аппетита! Всем отличного дня и приятного аппетита! Скажешь доброе утро? Доброе утро! Покажи, какой красивый костюмчик мы показывали в покупках. Пушистый. Санулька, я постирала первый раз сегодня, одел. Очень понравился, да, Санулечка? Всегда буду дома в нем ходить. Пушистый медвежонок, да, сынулечка? Да. Да, очень нравится. Правда, еще кармашки впереди, да? Класс. Это что такое ты сделал? Сам не понял. Сам не понял, котенок ты мой. Посмотрите, моя сэндвичница как новенькая. Замечательный лайфхак. Мамуля купила себе в Тедди к Рождеству декорации. Три штуки вот такие свечи для только внутри их можно использовать. Они разными цветами переливаются, переключаются с пультом управления и с таймером. Таймер функцион от 4 до 8 часов. Такие свечки стоили 7 евро. Вот такие цилиндры. Мама купила 2 упаковки. По 2 евро 2 штучки. Такие необычные. Я такие, например, не видела. Тоже для дома. Для внутреннего использования. На улице нельзя использовать. И вот такую классную LED USB Tannenbaum. Елочка такая. Она от... Тоже меняет цвета. Секунду. Меняет цвета она. И тоже очень интересно. Никогда не видела. У нее кабель такой от... В общем, USB кабель. Сейчас я открою, если в некоторых эта елочка стоила 3 евро. Открою, где есть батарейки, поставлю, посмотрим. Покажу, как это выглядит. Вот так все должно это выглядеть. Единственное, ну, мне не совсем понравилось, это, конечно, не мои батарейки, что здесь про одну свечу нужно 3 вот такие вот, 3 АА батарейки. Выглядит супер. Супер, смотрите, какой пультик управления. И можно менять цвета, и таймер на 4 часа, на 8 часов. И мультиколоры еще не пробовала. Сейчас я вам покажу. Пультик включается, выключается. В пультике уже были батарейки. Смотрите, что я купила. Купила в Литле для синичек такие колобки, такие кружки. Здесь 500 грамм, 6 штук. Майтинг Мюдли называется. Сынулька, будем подкармливать птичек. Когда будем открывать, я вам потом покажу. Там в сеточках такие колобки. Подсолнечные семечки. Овсянка. Овсянка, пшеница. Такой разнообразный состав. И они до... октября 21 года всего. Вот эти 6 шариков стоили 99 центов. Буду с Америкой подкармливать. Шуршу бесконечно. Подкармливать птичек, синичек. И не только. Написано для диких птичек.
Показываем дочь новинки, покупки из магазина DM и не только. Она купила от фирмы Balea. Вот такой вот Body Lotion Magic сама. 24 часа увлажнения и нежный броинг эффект с эффектом загорелой кожи. Это средний, от среднего до темного хаутона. Придает немножко загорелый вид и увлажняет. Глейд. Такой я еще не пробовала. Сейчас немножко брызнула. Обалденный нежный-принежный запах. Надо мне тоже такой себе купить. Очень вкусный запах, аромат. Это Эрвик. Зоммерфрнюн. Это белые цветы. Тыня и ванилин, ваниль. Двойная упаковка. Масочки. Тканевые с гиалуроном. Нет, гиалурон тут. Такие тоже еще не пробовала. Разглаживает, распрямляет кожу с гиалуроновой кислотой. Всем известные салфетки с гранатом, с гранатовым запахом. Влажные салфеточки, реснички накладные. И от BB вот такие вот салфетки для лица. Reinigungstücher 5 в 1. Extra sanft. То есть они, да, они увлажняющие, без алкоголя и очень мягкие. На 99% удаляют Vasa Festus Makeup. От Yves Saint Laurent Викуля купила себе аромат. Вот так он называется. Флакон очень шикарный. Смотрите, какой флакон. Кому лучше показать. Здесь прям вот цепочка и буквы из Сен-Лоран. Описывать не буду, но аромат очень приятный. Для меня он немножко не совсем мой, но дочь очень нравится. И я вам показала вместо спекс. Вика заказала себе, или покажу. Здесь же Вика заказала себе оправу вместо спекс. И от Gucci теперь ей отправляла еще раз. Вставили стекла. И что такой красивый футляр, сейчас покажу. Вот оправу я уже показывала, да, Gucci и платочек. Как правильно называется, не знаю, от Gucci и от вот этой стороны, где страница Вика заказала. Шелковый такой шикарный платочек. И от Gucci тоже такой, как пыльник, а для сумок, да, только для футляра, для очков. Тоже все очень шикарно, шелковое все. Очень Викуле идет. Оправу я уже показывала. Правопись, конечно, потрясающая. Не совсем фокусируется. Вот так лучше будет видно. Очень хорошо, элегантно смотрится. Вот на этой странице она заказывала. Вот, конечно же, не реклама. Такие были дочины новиночки, покупочки. Викуля себе заказала со Snipes новые Nike шуи. Оранжевый, конечно, не совсем мой гешмак, но Air Jordan. Ей очень нравится. Главное, чтобы ей нравилось. Кожа здесь как вельтлида. И вот такие. Каждая пара стоит 100 евро, по-моему. Эти мне больше нравятся. И заказала курточку зимнюю. Сейчас я вам покажу. Викусина курточка, пуховичок. Снимаю на кухне. Медь она отказалась, не хочет. Очень теплая. От фирмы North Face. Воротник. Такой флисовый. Замок. Такой стоечка, воротничок. Очень мне нравится. Классная куртка, прям видно, что, конечно, качество говорит само за себя. Как вам показать, она очень-очень плотная. И плотная, даже как сказать. Ну, это Down & Yaki. Сейчас вид сзади. Вот вид сзади тоже. Лейбл мне очень понравилось в рукавчиках.
типа резинки, чтобы, конечно, ничего нигде не поддувало. Так сделано, все стягивается. И внизу подклад, сейчас тоже покажу. Подклад, а низ вот именно сам, так смотрите, не сделал. Он немножко стягивает эту резиночку, и не продувается абсолютно ничего. Классная курточка. Но Викуля сомневается, еще оставлять или нет. Дорогое удовольствие. 200-300 евро. 230 евро она стоит. И у Вики был рабат-код, по-моему, за 180. Она получается. Но Викус еще раздумывает, брать, не брать. Такие были дочные покупочки. Так.